В общем, смотрите, если на той стороне играет Джордан, ну или там люди, которые прошаренные, они знают, что фристайм можно обойти. То есть, грубо говоря, у нас фристайма нет. Но у нас есть минуты, наверное, две до того момента, как они приедут. Соберутся и приедут. А что, близко стартуют? Они где-то за... между горкой и Дубровкой где-то... А, вон, да, есть. Да. В общем, там фристайм такой кривоватенький, топливо слили, но забыли у техники канистру убрать. Вот и так получилось. Канистру нужно убрать, просто в крите дописываешь, что он чекает каждые 5 секунд и сливает все топливо. Понятно. Все, рубим миссию, дописываем. Да. Похрен. Причем автор миссии, чтобы записал, которого нет. Ну и нормально. Следующую. Пожалуйста, выносите из списка. Именно. Че, ставьте, есть? Игрокам запрещено покидать зеленую зону. А, вот. Есть техника боевая? В зеленых у них ДШК. А, у красных БТР. БТР и два Урала, по-моему. Все, больше ничего нет. А РПГ много? Или вообще есть? ГПшек, ГПшки, видео, винторезы, видео. Да хрена, глушаков у них там. Да, да, что-то совсем. А триггер отталкивающий? Ну да, вроде отталкивающий. Ну, можно было засесть в этот магазин. Все в магазин. Там есть магазин, а через дорогу дом с входибельной на севере. Такое прикольное было бы. Черный, у нас два человека, пойдем на гору Черную. В замке посидим. Молодец. Красава, давай. В смысле? Все понял. Триггер здесь отталкивающий, зеленый. Ну, почитай, что там написано. Внимательно. Типа, если на зеленую, то можно. Кроме 1С. Это дискриминация по отделению. А мне кажется, на черной делать нечего вам. Вам нужно на горке ровно на запад от зоны, между черной и острым. Там достаточно высокий холмик, видно все. Между черным и чем? Рядом и острым. 293-я высота. Кто захочет ботов поубивать, осторожнее, там автор обычных ботов поставил, поэтому они могут отомстить. Месть — это хорошо. Ну, 223-я, она очень рядом с зоной, я думаю, лучше кому-то в зоне на западе засесть. То же самое будет. Почему нет? Не то же самое. Короче, что тут думать-то, стартуйте. Если у нас РПГ-7 есть, то можно, в принципе, с этого холмика стрелять. Иванчик, ты тут? Иванчик. Да, я тут. Ты со мной будешь бегать, не потеряйся. Да, в гоп. Да, с тобой. Смотри. Фига себе, начальник. Гонза, то, что ты поставил метку, она как бы не самая лучшая. Согласен. Ну, тут я командир и ставлю метки. Отлично. Вопросы здесь задаю я. Дух молчать. Да, ДПшки, КВшки напишите, оно может. Я просто скажу так, оттуда хрен вряд ли что увидим. Замка ты не увидишь, да ничего? Там все в лесу будет, и вы ничего не видите. Да вы нет, с черной можно красноставку увидеть. Все. Если только враг к вам припрется. Ну, так мы и ожидаем, что... На горе черной нету башни и замка. А что им там делать, если они знают, что мы выйти не можем? Зачем на черном? Они сразу в настав зайдут. Машинки? Они могут с черной клен увидеть еще. Подъемный клен. Бьем. Да, очень важно. Ага. С таким же успехом можно на клен пойти. С клёна красностав точно не видно ничего. Вот откуда видно красностав, так это Сольши. Иди отсюда сюда. Уже видно, по-моему. Сольши. А, ну отсюда, да. Отсюда пойдет. Они же могут взять УАЗик и доехать до Дубровки. Сольши может бетер спокойно стоять, лупить по нам. Чё, Сольши будет бетер через 2 километра, потом херачит? А чё? Нет, хорошо видно нас. Дальность прорисовки была 1200. А, все равно. Тогда бедняги. Тогда бетра не поставит на метке СНП. Ну вот пусть там снайпер с трубой будет.
Да, они пойдут либо с запада, либо с юга по дороге. Я сомневаюсь, что они с восточной дороги. Ну, почему бы нам там зеленка? УАЗик не поставить в Дубровку. Метки на карте вообще стоят. Гонзо, а, может, ты реально поедешь, засаду устроишь? Так, а на чем ехать-то? Ну, на УАЗик. Нет, УАЗик, УАЗик. Загрузил УАЗик ДШК, поехал. Какой ДШК? У них РПДшка 18-я. О, ну тем более. Хоть какая-то польза будет. Там, а что, как обычно? На запад. Да я потом на хвост им сядь, да в жопу их расстреляешь. Если они у тебя там не поедут, значит, где-то в другом месте. В общем, тебе меточку дадим, ты подойдешь сзади их и будешь отводить назад. На Одессине метка стоит, там зашкерится в том районе. Мне кажется, они, скорее всего, где-то там поедут. Через Березину. Потом не успеют, они могут реально. Ну, они там пока на БТР садятся все. Да господи, вот раньше там зеленка, севернее Дубровки есть, прям дорога и зеленка, там где-то заехали. Ну, хотя бы спалит БТР, поедет, может, по другому маршруту. Он эти три дороги увидит оттуда, зеленки, скорее всего. Ну, максимум услышит. Точнее. Гонза здесь командир, и он решает. Угу. Решают кадры. И он пойдет на гору Черную. Все ваши планы говно. Да. Давайте стартуйте. Он у нас аркует, да. Это командир. Не будем. Сапог. Они-то еще не готовы. Мы-то стартанем, а они-то что делать будут? Брифинг на карте. У них 5 минут есть. Это же их проблема. Как я тебе, Паш, говорил, брифинг на карте надо делать, да? Да-да, чтоб всякие белки гранаты кидали, отстреляли. Гонзо успел доехать до засады. Значит, 10 минут дал, и все, остальное хотят и в игровое время пускай план делают. Заодно успеем сейчас еще продумать, куда мы пойдем с тобой, Арпид. Да как обычно, на смерть. 90% домов не входябельны, вообще никак. Да, знаем, господи, что первый день, что ли. Граб, а мы где прячемся? Вот здесь вот, сейчас я метку поставлю. Самое такое портовое место. Угу. Вот это магазин синий отметил. Или где-то здесь. Жаль, ферма не входит в этот круг. Ой, квадрат. Да. Круг, квадрат, квадрат. Главное, где-то близко на районе они самые ближайшие точки пропустят, будут в центр сразу ломить. Рацию уже поставили? Метки. Да, на море там есть где-то. Так чё, метки куда идем, Паш? Ну, пойдем держать, да, район этот где-то я написал. Тот восточный? Можно остановку держать автобусную, западную, две. А, там очень много домов. Там домов много, да, и да. В этом есть и плюс, и минус. Мне как пулеметчику вообще без понтова. А чё тебе выглянул? Плюнул, заглянул. Так как пулеметчик лучше в церковь идти, там можно во дворе хорошо помолиться. Куча, решим куча на месте. Дырок в заборе. Две минуты есть. Зачем 2 минуты? Там все готово уже. А, ты про... Ну, они ехали 2 минуты. Ну ладно, да. Куда пойдешь, я рядышком. Да. Ты поводок-то сильно не затягивай. Дыска это где стоит. Иванчик, бери медицину. Ну, слушай, ты ДШК медицину скинь, сволочь. Да. А, я же медик. Медицина-то да. Тебя мне Макаров. Стрелять будешь? Вот. Смотри, зря. Он бывает очень... Легко ноги вправляет. Мысли, да? Помдочки вон, смотри, да? Да, будем. Ах, не помню, за когда из кучи лет. Ты на кого его? Да, я тут. А рюкзака тут нигде нет халявного. Так вот тут. Только в ДВ. Вдвое что-то много. Вдвое что-то много не умещает. А чё, карточек дальний? А, не могу дальний в 97 поставить.
Не может. В Уралах, короче, херища рюкзаков. Я предлагаю поставить Урал и это, точнее, сделать одну маленькую хитрость. Хитрость вообще чё? Обалденная. Здесь что, ванильные рюкзаки, что ли? Да, круто. Слышь, Паш, у меня хитрость возникла. Сейчас, короче, я залазю в Урал, а вы вторым бортом, другим Уралом подпираете этот, чтобы не было видно, кто в кабине. Если не в кабине, а в кузове, все, короче, мы победим. Они никогда не найдут. А если они же решат просто зажечь ради прикола? Сожгут его вместе с тобой. Нифига подобного. Ты смотри, зачем? У тебя здесь пол Пакистана. А мечеть зачем? Зачем нам мечеть? Да, а че вогов так мало? Бухник, кто это на 140 раз вообще сидит? Че за кинчины там на северо-западе? Алло, люди! На какой вы частоте? Алло, меня так нет. Нет, алло. Мы на 102-й, с ваш отряд, я не знаю там какой. Ну, на ваш повод, а то у наших выехали. Да, 140-й вроде бы ваш, или 80-й. Да у нас 140-й, но там все молчат. Или 80-й. 40-й. 102, да? Да. Кто карты берет? Алло! Алло, Кронос, привет! Пошли, репит. Пошли. Алло, алло! Тут домов понастроили каких-то глиняных. Он лепит красный дом, там зеленка какая-то, может там заляжем? Мы там заляжем. Не помнится. Ты сам не подорвись на меня. У меня 6 часов. Угу. Так, а есть у меня? Чек. Смотрите, угодно, на 240, в лесу можно залечь, кстати. Что за парень? Инфаркт случился, наверное. Понятно. Ой, за зону не выйдем, еще спрашивают. Это было доказательство нашей компании, что да. По-моему, это бред какой-то. Мне кажется, таким картоделом руки надо отрывать. А кто еще спросил? За зону. А я спросил. И я назад побежал, вы-то вперед, а я назад. И умер тоже, да, тебя засосало. Да. Так я не понял. А, это. Подожди, а где Красный дом? Это вот. Этот вот, да, темненький. 114-122. Да. Там уже кладбище. Да. Удобно. Кстати, Ура уже едет там один. Второй тоже. А вот Беттер что-то собраться все не может, бедный. Залить канистру не могут. Да, я в печали. Отталкивайся, да? Триггер. Еще один. Да давайте рестартанем, смысл их сейчас играть. Согласен. Я думаю, никто против не будет. Я-то думал, это постановка, типа убитый наш. А кстати, а почему на разной этой дистанции? Нет, она, видать, не сразу срабатывает, таймер какой-то. Да и домик, кстати, поставленный, ну, дойти можно. Так, сколько нас в итоге-то слилось? Четверо, как минимум. Четверо, как минимум. Пятеро. Ну, это уже перезапуск, да, точно. Посмотреть на это кладбище. Домашних животных. Интересно, что краб думает. Он скажет, что все дебилы. На своей представляли. Что это было? О, залагало. Изевин это был. А как Банзай с флайером? Маша, что за приколы? Триггер. Да залагало там. Что случилось? Залагало. Триггер. Все вышли, что ли, из триггера?
Да нет, он всех убил. Там кто-то в бота стрельнул, он всех почти расстрелял. Серьезно? Вот правильно, правильно сделал. У атаки что ли? Прошлое воскресенье. У обороны. Обороны никто не стрелял. Ну как так? Ну у тебя, видать, ты не слышал, просто убежал. Странно. Дим, мы в центре города был, где все. Я в центре города был, да. Где? Два бота было, они исчезли, все. Где магазин? Не пали контору. Я же сказал. Запуск сюда. Я же сказал, там мертвый лежит. Идите туда, там мертвый лежит. Почему вы не слушаете Вест тут магистр? А, триггер убивающий, что ли, был? Да. Да, убивающий. Вопрос, а сколько? Пять человек слилось. Пятеро. Я по рации рассказываю, блин, пацаны, я вижу. Блядская могила там была. В одном месте. Я что-то не понял, сколько у нас в городе должно быть? Больше 10? И столько 5 сдохло. Ну да. Охренеть. Или стартанули миссию, потому что все сдохли. Ну не все 5 человек. Уж не все. Я крабу применил насилие. Тебя судят. Да. Общественность. Стартуй сразу. А что это за... Дубль 2, что ли? Здесь рюкзаками какая-то фигня, они ванильные, короче. И ничего не берется в них? Ну, их можно открыть и как ванилки прикинуть туда всякое. Ага, то есть их поправили в корпач тоже, понятно. Их нельзя на спину перебросить, такие рюкзаки. О, господи, бисы. Зато туда можно положить мотоцикл. А может сразу бисовские выдались? Браво на бис. Нет, тут убитый кто виноват, наверное. Ты же Чарли. Это, наверное, просто он ботов поставил, какие они есть. Стандартные. Со стандартными рюкзаками. Рюкзаки в машине. Нет, рюкзак я взял в машине. Стартуем. Сегодня мы с тобой стартуем. А можно я себе корт возьму? Никто корт не берет. Ну я один взял. А зачем вы выезжали вообще говоря на юг-то дороги? Нету границы-то. Так а зачем туда ехать вообще? Там нет места, где можно спрятаться. Там амбар есть. Там есть место, где можно умереть. Паш, повторим. Угу. По тому же маршруту. Ты будешь брать мины или нет? Просто уже даже не знаю, что делать. Мне нету для этого места. Мне отсюда не хочется уходить. Чек, давай. Может, сядем как боты и будем сидеть? Хорошая мысль. Давайте, черт, давай. Побед вместе. Задачка. 52 килограмма нормально. Так, север, где наши метки, это перекрыло. Репит, ты где? На 3 часа. На 11. На серверах. Я понял. Я пока часы достал. Да зачем тебе часы? Ты просто куда смотришь? Да я шучу, ты чё? Кислородное так, голодание, надо, я не понимаю. Теперь надо посмотреть, куда можно идти, а куда нельзя. Репит, отойди, там нас задавить хотят. Пошли на остановку, короче. Или мы на остановке сейчас? Нет, слушай, а вот здесь неплохое так-то место, но... Что у нас, смотри. На восток. А что там? Я боюсь далеко уходить вообще. Мы в прошлый раз пошли на юг. Ну, смотри, мы пошли к тому красному дому. На юг мы пошли, и там, да? Нас убило. Да-да-да. Я думаю, давай, может, на восток рванем. Вон туда, вон. Вниз. За красным вниз.
Да, сейчас посмотрим, где это и чего. Так, 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 значит, дорога на север. Дорога на север, вот там посмотрим, что есть. Сейчас будет дорога на север отходить? Вот за ней. Меня в стриме спросили, это ОФП? Я ему ответил да. Говорите, ну... Судя по машинам, да. Бомбы еще никто не ставил вообще, надеюсь. Сейчас я посмотрю на севере, что тут. А, значит, я думаю, они сейчас пригонят технику, будут в верхнем этаже отстреливаться. Поэтому не полезу я наверх. Если это тот чудо-дом? А, нет, здесь... Это не тот чудо-дом. Я уже заблудился, где мы находимся. Опять компас пропал. Ну-ка... Репит, а ты точно, точную метку дал, где мы находимся? А, он вылетел. Понятно. Да, пока здесь сидим. Можно здесь обживаться, дома занимать. Студенты где? Прием.
Ай-яй-яй. А здесь кто на ДВ? Да. Прекрасно. Что там за техника катается, я не могу понять. А что там стреляет, я не могу понять. Это репит перезашел у него глюканула. Да, у меня, короче, слетел эйс, слетел этот. Слышишь меня, да? Нет. Паша. Слышишь, да? Да. Ну у меня как у тебя было, слетел эйс, все слетело и. Короче, просто тупо и перезагрузка игры не помогла. Понятно. Ну и все нормально. Говорить можешь, все, что тебе еще надо. Стрелять тоже можешь. Ну, странно, блин, почему так? Ты что, компьютер перезагружал, чтобы это заработало? Вообще ничего, он чисто следующую миссию запустили, ничего не выключал, все работает. А, посреди миссии, когда подключаешься. Да. Че едет? Что-то едет. Откуда? Откуда? Откуда едет? Пока неизвестно, молчат. Сиглас покупал, я слышу, что какой-то глаз. Что-то едет, короче, с юго-востока вроде как. Да, так, грузовики слышу. Азимут 160. 160. Меточку поставь. По дороге, да, которая южная? Да на слух херово все это видно. С клёна они, наверное, или на клёне. Садитесь в УАЗик, езжайте через лес южнее Черный. На... Это, глянь, главное, с магами двигать, а? Вообще жесть. Что? А метки, главное, могу свою двигать. Оставить не можешь? Ну, наверное, могу. Да, могу. Дичь. Арбуз. А, засада увенчалась успехом. Может, какой-то. Вали, не мешай. На метке Гонза беттер. Понял вас? Довожил Иванчик, говорит, на их метке беттер. Как понял? Ну, Гонза сказал, что увенчался успехом. Ну вот потом ДВшка, на ДВшку вышел Иванчик, говорит, что у них там беттер. Так мы же на ДВшке сидим, или у вас еще одна есть? Сволочи. Угу. Коммунисты все сломали. Гонза жив? Коммуняк. Иванчик, прием. Давайте я придумаем другую ДВ. Да, сейчас нарисуем. Мультяк или чем? Нарисовал. Давай, чё? Да, есть. О, у меня компас появился. Как? Ну, он у меня пропадает периодически. По-моему, Курпач что-то натворил. Не, он у меня до этого пропадал за карту. Чисто вот туда вот улетал. А, ты в этом смысле?
Да, он, я его не мог достать ниоткуда. Вообще это правится-то легко. Как? А в конфиг файле там есть компас и есть часы. Те же самые координаты для компаса делаешь, как часов и все. Угу. Надо будет поковырять. Топчешься очень громко. Да. Чё-то кто-то топчет, как будто сзади. А там за забором бабка. А, может ее это? Помочь? Ну, с дедом познакомиться, подых ей дать. Я ее положу. Прикладу. Мы же чечены. Кстати, у меня интересный калаш. ГПшек нет. А ствол есть? А ГПшек нет. Ты не взял, походу, их? Там были в ящиках. Да? Сбегать, что ли? Сбегай. Ладно, сейчас. Меня не пострелять, я бегу к ящикам за ГПшками. Все разобрали. Все, блин. Так мне напомнил Советский Союз во времена дефицита. Все вымели, ничего не оставили. Яй. Он там походу что-то придумал. Кто? Джордан. Кто там? Ну, у него как всегда, да, дикий план. А сам где-то на... Да. В авангард, а сам где-то сзади там. Ну, у него дикое количество FPS.
Слушай, а бабка, по-моему, того. Она тебе дала? Ага. Блин. Сильно, видимо, ты ее предложил. Придется прикопать. Да-да-да. Хотя говорит, что она в порядке. Ты там упал? Не, я ее обшариваю. Браво, пойдем. Останем бандитной старушкой. Молодцы. Там есть какие-то сведения? Враге? Ворон нет. Хотя нет, из нашего. Да, из нашего. Ты его где-то нашел? Да нет, просто спрашиваю, может, ты тем там услышал. Ворона нашли. Мертвым. Раз он с вами на связь не выходил. А он метка на него стоит, он где-то вообще там на юго, на северо-западе города. Поди рандомит, как всегда. А вдруг за триггер выбежал? Вполне вероятно. Да оу, я тут, я просто по скайпу лазарю. Типа, что будет страшное, если я передам ей на свой мет. Что ты сделаешь? Передам. Краб, а там кто это метки ставит? Гонза или Иванчик? Кстати, Джордан, по-моему, умер уже. Как так? Он сидит в комнате красной. Без плана развалится. Угу. Ну, там Аздоник еще есть. Не баланс. Да. Вот на щелочной. Вот на щелочной. Именно. Именно. У Евгена 1600 пинг. У меня что-то пинг пропал, отвалил. Ну, видать, он с интернетом был тащил. Милый. Это я бинокль смотрю. Ты думаешь, он тебя защищает? Да. Пока я в него смотрю, меня никто не убьет. В голову точно. Да. Тренированные стекла в бинокль делать надо. Из елок. Че ты приоттачил бы себе елку и бегал? Встал раз дерево. Да.
Следующее обновление для рации. Запихни объект, елка. В инвентарь будем класть. Где-то они застряли. В центре расползаются, как вода по трубам. Угу. Там народ ничего не говорит. Ничего не вообще пишет. Тишина. По крайней мере, на нашей КВшке тишина полная. И с такой задержкой, по-моему, и фристайм не нужен. Задержка, я же переживаю, как бы отцом не стать. Беременный Джордан. Карты все поудаляли. Метки? Да. Нет, у меня на месте все. Ну, я имею в виду, где враг, где там синие были. Алиби, да? Ну, ничего нет, да. Значит, он, по идее, живой должен быть. А можно же посмотреть. Свои могли удалить. А, или не удаляют же свою. Свою метку удалить нельзя? Можно, свою-то можно. Чужую нельзя. А, чужую нельзя, да. Да. Ворон, ты тут? Раб удалил. Там кто был? Иванчик? Да, я тут. Да. Там что-нибудь слышно вообще? Техника идет? Я не вижу. Понял. Ты на своей же метке? Да. Понял. Они все сегодня будут? Надо было фильм скачать. Так, вижу врага. Идет ко мне. Откуда? С этого. С юга. С юго-запада. Там такая стрелка. С юго-запада? Да, с корочки спускается сюда ко мне. Это гора черная, которая? Понял. Там с горы черный на Вествуда идет пехотка. Ага. Сколько идут Вествуд? Неизвестно. Пока двоих вижу. Двоих, два. Не, ну мы можем, конечно, на остановку аккуратно переместиться. Сейчас нарисую как. Оп! На нас стреляют, да. Слышишь? Войну. Да, наверное, наш. Ну. Сидим пока. Да сидите, сидите. Чё, ещё успеем масленицу. Так, они пошли ещё на остановку. Да, с черной получил. Это, наверное, с Доника убили. Так, эти два ребята от машины играют. Прекрасно. Убрал он их. Ходить не надо. Там метку дали, враг. Ухожу со своей позиции.
Ну, это ожидаемое направление. Вот если бы они с востока пошли, с района ВПП, или где-нибудь там с севера совсем. Было бы интересней. Угу. Были. Что? Понятные звуки были с севера. Я уже от безысходности сижу в почте правила фильтрации спама дела. Развратился второй монитор. Не знаю, он со мной стоит, я в нем могу сесть, меня не убьют. Кто стоит? Гнездо пулемет. Ну, если ты думаешь, что ты выберешься или дойдешь, попробуй. Зон не выскочит. Ну. Ой, халявщики. Слышим БТР. Северо-запад. Или северо-запад. Команда. Или где-то там. БТР. Острый где, что ли? Да. Ой, сюда прилетает даже. Возле меня с одной стороны стреляют, и с другой. С метком вот такая. Понял, видим, слышим. Ты там пока лежи, бетер лови. Вот, да, метка, враг. Надо бетер лови. Бонзай капец пришел. Сориентироваться, куда бегать-то можно. Так, принял, бонзай нет. Нет, бонзай есть. Понятно, живучи. А что там за чучело бегает? Yeah. Я вот сейчас смотрю, куда. А, своя. Мешочек спрятал. Хотя, в принципе, все равно, ну, маячик будет. К нам какое-то чучело бежит. Или не бежит. Стоит опять в полный рост в поле. Так они уже в деревню спустились. Что бы это может быть? Говорят, в деревню спустились. Там говорят, в деревню уже спустились. А откуда? Ой, враг может откуда? Быть. Откуда? Враг МБ. С тобой метки я враг поставил. Понял. С меткой враг. У нас тут вон в деревне уже враг с севера. Краб там с флайером есть или с фаталом есть? Прием, краб. Понятно. Что-то мне кажется, сейчас нам... Для кебаб будет? Бонзай выберет? На 300 переориентируйся. Свои шмалявки. 300 это забор. А. Я такое чувствую, сверху могут сейчас
как раз того направления. Если что, я тебе бинокль наводить буду. Я и в сторону огня смотрю. Угу. Потому что они оттуда идут. А у тебя рация совсем не бум-бум? Вообще ничего. Понятно. А скинь ее, я попробую настроить. А, кнопки не работают. Понятно. Я скидывал. Нет, я имею в виду настроить, если я тебе настрою что-то. Или нет, там, в принципе, должна быть она. Да-да-да, все нормально. Ничего не смогу сказать. Этот бетер. А за елочку бьет. Если что, мы за домом бежим, бежим. По нам. А чё по нам попадает? Не знаю. Да, летит. По крышам бьет вроде как, да? Может быть. Может мы позиции сменим? В дом? Ну, или влево, вправо уйдем. К бабке давай. Можем идти. Давай в район бабки. Только за, наверное, внутрь этого, за это. Да. Мы сейчас не на них. Прям на нас. Прям сюда летело, видел? Да, да. Походу кто-то стрим посмотрел. Вон они по окопам бьют. Думаю, может до Глиняного через дорогу сместиться. Где мы находимся? Вниз через дорогу? Не видно будет ничего. Можно вот за ёлку? За... Ну, да, в ёлках, кстати. А я не знаю, они в зоне? Там до зоны еще далеко, там до следующего здания. Да, давай в ёлках. Теперь Бонзай точно мертв. Понял. Мы в ёлках окопались, короче. У вас РПГ-то есть? У нас только пулемет и все. То наш РПГ в Бонзай был. Слово. И ворона еще должно быть. Ворон, прием, ты живой еще? У нас ворон живой еще, так что нормально. Тогда там бетер все-таки лови, потому что РПГ-хи у нас только у тебя осталось. Вест, вот что там с твоей позиции? Бетер можно с моей позиции достать. А отметка актуальна твоя? Ворон, слушай, метку Вествуда видишь? Она южнее, юго-западнее твоей. Вот. Под ворон все. Ворон, прием. Шепоте? Че-че? Шепоте? Я нет. Теперь да.
Не знаю. Может, если и был, то он умер уже. Ворон. Так, ну походу раз мы, наверное, просрем скоро. Но если не получается, значит нет. А это дышика, по-моему, уже. Дышика? Ну, похоже на него. А это я узнавал. Где дым? Ну там нет, в принципе, актуально не понял. Прикольно, бонзай практически в центре грохнуло. Я тебе репить спину смотрю. Ты тут? А, да, да. Вот тут на первом этаже, по-моему, Банзай говорил, валяется в РПГ, то есть на трупе, в доме. Принял? Да, нашел. О, кто-то пом засловил. Я надеюсь, это прак подорвался. Наверное, где-то Банзай этот, что ли? Судя по всему, да. Красная линия. Вот. Там, наверное, стоят. Если нужна будет поддержка, мы можем сместиться куда-нибудь. Сейчас опасно, паш, двигаться. Ну вообще да. Сейчас они двигаются, их лучше видно. Да. Только на убой выйдем. Ветка закрывает.
народ меня прижали, короче, возле меня прям уже бегают. Метка урон красный. То есть тебя убивают, ты рацию меня либо сбросишь, либо сбей. Да, я сейчас делаю. А РПГ-хи закончились? Нет. Ну, направь на БТР. У тебя линейка же есть по мере. Не покажешь же. Чё-чё? Ногами нас спалишь. Башку подрути. Да это же практически куст. Я знаешь, сколько таких кустов наблюдал? Вот так вот спаливались ногами. Тебе пятку почесать, что ли? Ну, морда мне сидит. Квест тут какой-то неубиваемый. Вот этот хруст, у меня все время ощущение, как будто кто-то идет. Меня не было. Не было. Понятно. Я не слышу. Бывает. Крики иногда выгоднее общаться, потому что непонятно, в какой стране находится. Да. Вот здесь снимки. Да. Сейчас попрут, наверное. Я там плавал. Потому что они так, как по их обстрелу вижу, они так потихоньку продвигают. Ворон, враги уже у меня. Да, он там говорил по ДВшке, по КВшке. Все ближе и ближе. А БТР все там же, на той же самой метке? Вроде как без колеса он даже. Есть где-нибудь счетчик, сколько прошло времени? Да, вроде как 10 минут осталось. Было вот, минута 3 назад. Мы же в 7.30, да, наш? Или во сколько? Семь? Ровно в 7, да. Это на 7 утра.
6 минут осталось. Может, на передовой поползем? Ну, ты можешь поползти, я здесь подожду. А, ты хочешь это отлежаться? Ну, победим. Ага. Ты повоюешь, а мы победим. Что-то ползком. Минуту можно еще выйти эпично, а сейчас пока. И словить сразу пуль. Изи. Же в российских. Это да, касках там и прочее. Да? Ну, МВД там вот, который. И в брониках. Гранатки можно кидать на бабушке. Да. Покидаем? Сейчас. Да. Главное, чтобы кинуть и нет. В это не попасть. У меня их. Три штук. У меня три. Но она же живая, она просто лежит. Я имею в виду там не зеленый дом, а правее зеленый, я левее. Ну ладно. Чуть выполз. Ты что такое, Паш? Да, от скуки гранату кинул. А, это ты кинул? Да. У меня их 7 штук, а осталось до конца 5 минут меньше. 3 минуты. Помзы все соберут нахуй. Где-то. А? 3 минуты где-то осталось. Ну? Тоже тоже одну для затравки. Под себя? Нет, а у меня нет из меню же. Да нет, я две кин. Зачем мелочиться, да? Что-то загорелось. Что-то спалил. Да. Жесть. Слушай, я пойду сползаю, посмотрю, что это. Это машина выбрала, по-моему. Осталось бедолаги. И все затихли, заметь. Шкет. Ну, по-моему, осталось. И у меня три показывают.
А, ну да. Уже 2:15. Там народ есть на связи? Ставро, после того, как гранату кинули, нет? Абсолютно штиф. Я, наверное, ползком вперед пойду посмотрю. Давай, а я это... 9. А ты знаешь, почему мы никого не слышим? Рацию сменили. Нет, не имеется в виду выстрел. Потому что у них винторезы и глушаки сплошные. Да. Я слышал, точнее видел, что что-то мелькнуло на юге за селом. Двигались на восток, не понял, что это было. Может птица, может человек. Хм, хорошо. Через наши позиции, что ли? Репит, что-то там с юга на восток двигалось. Давай во двор заползем. Я обратно уйду. Да. Я вот под эту, а ты, наверное, туда. Куда? Где был? Не? Старая, ага, да-да-да. Что-то, по-моему, по времени миссия не это, не бум-бум. Ты и стонал? Кто-то стонал? Нет, нет. Кто-то стонал, вон там, как будто звук, вон в том районе. Да? Да, так что это, аккуратнее будь.
вообще не дышать, Паша. Да я вот тоже понял, не понял. Так завершай сам. Сейчас всех перебью. О, я же говорил, что у вас тут есть. Ну мы слышали какие-то звуки. Короче, все, енд.